Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире живого радио программа «Живьем». Я ее ведущая Каэли. Мы ведем прямую трансляцию из московского клуба «Трамплин». И у меня к вам, дорогие телезрители, зрители, вопрос. Любите ли вы рок-н-ролл? И любите ли вы театр? И знаете ли вы, что эти два понятия легко совместимы не только на театральной сцене, в таких произведениях, например, как «Иисус Христос, суперзвезда», но и на обычной клубной сцене. Сегодня я вам представляю группу, которая исполняет шоу-рок. И ее лидер группы «Десант», и ее лидер Павел Сурков. Она запомнила это, боже мой. Похлопайте! Это аплодисменты, которые предназначаются тебе. Что я могу сказать, друзья мои? Значит, все вышесказанное, это, конечно, правда, чистая правда, но лишь в малой дозе. Потому что шоу-рок, ну что такое шоу? Шоу мы вот как-то пытаемся здесь показать, да, все эти вот «Иисус Христос, суперзвезда» и прочие мюзиклы, это я тебе, Лиля, оставляю на растерзание. Я не умею с ними ничего делать. Я хочу сказать, что поскольку у нас программа живая, да, и предусматривает некоторое интерактивное общение, вы можете задавать вопросы нам в чате, можете задавать вопросы живьем, насколько я знаю, будет тут микрофон по залу ходить. И, но, на сайте сказано, что здесь будет у нас 50 на 50 разговоры и музыка. Я хочу, как ведущий живого радио, немножко поменять сегодня формат. У нас не будет никакого 50 на 50, у нас будет музыка, да, и ваши какие-то вопросы. А мы, как музыканты, будем музыкой и песнями отвечать на эти вопросы. Вот, значит, что я хочу сказать. Мне было до того, как началась эта передача, по электронной почте пришли несколько вопросов. Они такие типичные, совершенно типичные. Многие люди спрашивают. Первое, когда я вернусь в эфир живого радио? Это произойдет в середине февраля. Я вернусь со своей программой, как обычно, да, но программа немножечко поменяет свой концепт. Главное останется. Там будет много меня. Будет много хорошей музыки, ну, а остальное вы знаете. Значит, второе спрашивают, почему мы так называемся, почему называемся «Десант», а не как иначе. Отсылаю ко всем предыдущим интервью, смотрите наш сайт, там все рассказано, почему мы называемся «Десант». Не комментируют. Спрашивают, когда выйдет следующий альбом и когда выйдет следующая книжка. Следующий альбом и следующая книжка выйдут в 2008 году. Вот, до окончания альбома осталась одна песня, до книжки осталось совсем немножко. Одно стихотворение. Нет, стихотворение не одно стихотворение. Я не знаю, какая это будет книжка, прозаическая или поэтическая. Непонятно пока, какая книжка выйдет первой. Все, что хочу сказать, что мы сейчас будем играть. Прямо сейчас, прямо здесь. И у вас выхода нет. Песчаные замки, девочки тушат в объятиях кукол. Лошади входят в город под утро. Где-то в ночи стреляют солдаты. Где-то за стенкой храпят соседи в шахте лифта. Застряли люди в клетках льви. Самолеты в небе, Манхэттен буст. Но это не важно, я воскресну, выключу свет. А ты можешь просто ласкать меня взглядом. Но знай, что если выхода нет, это значит, что выход рядом, рядом. Врач в больнице колет уколы, бармен мешает миски с водой. Бензозаправщик роняет шланги, шахматисты. И так цейтноте генерал отдает приказы. Музыканты
музыканты играют танго, растаманы курят канавис, я не с ними, но тоже пора. Я воскресну, выключу свет. А ты можешь просто ласкать меня взглядом. Но знаешь, что если выхода нет, это значит, что выход рядом, рядом. Квартиру. Ты встречаешь меня на перроне, смотришь в глаза, как будто прощаясь, не понимая, что я приехал! Спасибо, друзья. Пришло время сыграть песню. Песню, которую считают нашим, так сказать, главным хитом, собственно. У нас сейчас зима, но чем меньше остается времени до весны, тем вы же понимаете, да, тем быстрее весна проходит стороной. Расселенных домов по пропыленным мостовым, по лабиринтам старых снов опять спешим, опять бежим. И тени странные скользят, мы не торопимся домой, а между можно и нельзя. Весна проходит стороной. Границ. Стираем свет, стираем след, стучимся в двери без ключей и в пустоту кричим «Постой!». А между солнечных лучей весна проходит стороной.
Разве можно удержать твоей надежды блеск пустой? А между каплями дождя весна проходит стороной! Спасибо. Я знаю, есть дамы в зале, и дамы меня спрашивали перед концертом, будут ли песни. Есть такие дамы, которые ни разу не были на концерте. Ну, так бывает. Вот. Они спрашивали меня, будут ли песни нежные, про жизнь, про любовь. Конечно, да. Мы как поп-группа, потому что все-таки поп-музыку играем, как ни крути. Конечно, поем про любовь и поем про то, что в жизни бывают разные связи. Песня называется «День связи». Смешано. Перемешана в чувствах, замешана грязь. Ступаем желанием бешеным в связь, в связь, но никакими оковами не хочется сковывать рук. Замкнули связями новыми круг, thank you.
сейчас там в чате происходит? Скажи нам, Лиля. И вообще, аудитория жива? В чате пока не происходит ничего, но я думаю, что у нас есть, наверное, вопросы в зале. Вопросы в зале? Пожалуйста, да, вопросы в зале. Я хочу поднять руку, я подойду к вам с микрофоном. Поднимите руку кто-нибудь, спросите меня о чем-нибудь. Я все-таки хочу услышать ваши вопросы, ко мне адресованные. Ну, не знаю, а вот спрашивают, вот есть да, человек, вот, да. Вот. Я как-то краем уха слышал, Паша, Игорь меня зовут. Паша, некоторые знают меня как лесник. Вот, Паша, я слышал как-то краем уха о том, что ты участвуешь в некоторых театральных постановках. Очень хотелось бы узнать об этом поподробнее чуть-чуть. Ну, я сейчас расскажу, что это за театральная постановка. Это некая такая история. Это история, которая выйдет на следующем альбоме. Это спектакль. Это спектакль, который мы периодически играем в клубах. И это моноспектакль. То есть я рассказываю некую историю. И песни в этот спектакль вплетаются, так или иначе. Это истории. История об одном и том же персонаже, которого я изображаю, а песни лишь иллюстрируют какие-то его чувства. Сейчас никаких фрагментов из этого спектакля мы показывать не будем, но сыграем песни оттуда. Песни, которые войдут в следующую пластинку. Пластинка называется «Просто так». Собственно говоря, также называется и спектакль. И песня, которую мы сейчас сыграем, она называется «Из общих дверей». Я видел сотни лиц, слышал сотни речей, говорили о свой, выходило ничей. И я запутался в связке холодных ключей от каждой из общих дверей. У лучших женщин стала слаще слеза, все громче грохочет, за домом гроза. Горных козлов ледяные глаза у каждой из общих дверей. Моя жена собирает вещевые мешки, моя мать в дорогу печет пирожки, моя сестра отмечает на карте кружки выхода из общих дверей. Сотворил один пробник, искусил один бес, живем под светом единых небес. Но кто разберет, куда я пролез, когда я вышел из общих дверей? Смеялся в лицо, молодая вдова назвала под лицом, и шурнула по классике в морду кольцом, когда я вышел из общих дверей. Там мною летает чужая душа, настолько светло, что не видать ни шиша. Но я понимаю, не стоит гроша выход из общих дверей. И раз собраться не в силах, раствориться не смог, я стал твой дол, это мой потолок. И ледяной поток, новый виток после выхода из общих дверей. Рядом с выходом из общих дверей, вместо выхода из общих дверей. Спасибо. Следующая песня, она посвящается вопросам. Она посвящается вопросам, которые часто задают, и она называется «Frequently Asked Questions», то есть часто задаваемые вопросы. Тоже новая совсем. Да, я
конец неизвестен, но я должен идти. В этом мое призвание. Я слышу нелепые звуки, смотрю дурное кино, финал которого мне известен заранее. Кого я пою? Чаль безнадежно светла. Руки твои так похожи на северный ветер. Когда я увижу тебя с той стороны стекла, мой путь совершится, но этого мы не забыть. Да, можно? Да, я микрофон. Иду с микрофоном. Добрый вечер. Добрый. А, вот, сейчас хорошо было. Вот здесь в... Это здесь, а мы там. Да я понимаю, здесь в рекламе. Так. Вот, было написано. Так. Что основной стиль коллектива – крепкий, задорный рок-н-ролл. Лучших традиций 60-х, 70-х. Сейчас мы сделаем это. Подождите, подождите. Вот. Мало того, каждый свой концерт «Десант» превращается в образный спектакль. Угу. Вот, чего мы тоже пока не увидели. А что же я тогда здесь делаю, Сашенька? Подождите, подождите, подождите. В котором найдется место не только песням, но и комическим... Ну, не-не, не куплетом. Не, нифига. Интермедиям. Стихотворением. Не, стихотворение я помню. А вот интермедии это было бы прикольно. Вот. И все это позволило нам всем, да, окрестить стиль, в котором работает десант. Шоу-рок, рок-шоу, я уж не понимаю. Шоу-рок, хорошо. Вот, не, подожди, 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 подожди. Так, так, так. Ты, я пока инструмент сменю. Дело-то не в этом. Да, ты можешь... Конечно, несомненно. Вот. Мы много чего не увидели. Да, да. Но вопрос-то не в этом. А вопрос в том, где все это? Все, я понял. Сейчас будет. Итак, вы хотите комедию? Получите ее. Практически комические куплеты сейчас будут.
Видит Бог, я не хотел этого делать сегодня, но придется. Итак, сейчас я вам прочитаю письмо из города Парижа, написанное Петром Ивановичем Сидоровым, слесарем 6-го разряда, во время посещения Лувра в составе туристической группы. Нет, он домой написал это письмо. Итак. В отсутствии шарма и лоска мне в жизни не часто везло. Но, думаю, толку в Венере Милосской не больше, чем в бабе с веслом. И лет через 300, возможно, замкнется истории круг, достанут из праха ее осторожно, без ног, без весла и без рук. В музее охрану приставят, наложат запрет не курить. Шедевр 20 века восславят и станут туристов водить. А нас, к сожалению, не будет. И кто ж им расскажет, козлам, как пили простые советские люди водяру под тенью весла? Но знайте, в грядущей Европе мы тоже в бессмертие войдем, ведь веское слово у бабы на попе я нацарапал гвоздем. Ну что ж, в мире происходят разные события, мы переходим к политической страничке нашего концерта. Переизбрали Фиделя Кастро в кубинский парламент, может он опять возглавит страну. Следующая песня посвящается именно ему. Команданте, дай бог тебе долгих лет, называется «За нами Куба, и они не пройдут». Сегодня, ах, как болят мои раны, маншерпадай. Мне мачете, я буду твой камарад. Мы здесь почти добровольцы, и все партизаны, и тот, кто выживет, завтра будет очень рад. А у тебя такие холодные губы, но их целовать тягостный труд. Ты знаешь, дорогая, за нами Куба, и они не пройдут. А у тебя все равно молчаливые губы, но их целовать тягостный труд. Ты знаешь, дорогая, за нами Куба, и они не пройдут. Нам остается немного, 4 символа веры, коктейль из разных религий, пол бригады соток. Мы здесь почти добровольцы, и все пионеры, и тот, кто выживет завтра, называется враг. А у тебя все равно молчаливые губы, но их целовать тягостный труд. Ты знаешь, между прочим, дорогая, кстати говоря, за нами Куба, да-да-да-да-да, и они не пройдут. А у тебя все равно непослушные губы, но их целовать тягостный труд. Ты знаешь, дорогая, за нами Куба, и они не пройдут. Тростник шуршит безысходно, а как нам хочется выпить, но водка пахнет росою, и в этом наша беда. Мы здесь почти добровольцы, но я прошу, погодите, ведь это солнце свободы и
надежды звезда. А у тебя все равно молчаливые губы. Но их целовать тягостный труд, ты знаешь, дорогая. Ой, за нами Куба, и они не пройдут. А у тебя такие непослушные губы. Но их целовать тягостный труд, ты знаешь, дорогая. Да, за нами, кстати говоря, Куба, и они не пройдут. И они не пройдут. Спасибо, спасибо. Следующая песня, она написана на стихи великого человека, потрясающего, великолепного поэта нашего Ильи Кормильцева. И уж продолжая такую тему, она называется «Садык». Берет ружье и уходит в горы умирать за право жить рабом, как отец. Варнов скрязи тропинок видит суры Корана, словом неба в кармане лежит священный свинец. А я не знаю, кто вторгся в мою страну. Я ухмыляюсь и глотаю чужую слюну. Сколько лет я нахожусь у кого-то в плену. Уплыть бы за море, да вот боюсь потону. Головою к Мекке шепчет скороговорки, лишённые смысла. Солнце жаркого кровью наливаются веки, вслед за коброй в песок ползутся беговые мысли. Я не знаю, кто прав, Христос или Аллах. Я ни хрена не понимаю в этих темных делах. Как рыба облёт, об отечество бьюсь. Я ушел бы в леса, да вот боюсь заблужусь. Я не знаю, где свет, наверху или внизу. Я бы мог полетать, но по привычке ползу. Пока разберешься, кто здесь царь, кто здесь вор, войдет в квартиру сад, передернет затвор. Я вижу, в этом зале есть дамы, есть кавалеры. С твоими вопросами мы уже разобрались. О, есть вопросы. Вот есть вопросы у большого вот человека. Я вижу, да, иду с микрофоном. Нет, вот этому бородатому больше не давать, дайте другому бородатому. Поправьте меня, если я не прав. Прав? Ты всегда прав. Я тебя боюсь. Но, насколько мне известно, ты родился и вырос в Москве. Да. А нашел ли этот факт какое-либо вот отражение в твоем творчестве? Ты хочешь, чтобы я тебе песню в Москве сейчас спел, да, про город? Да. Ладно. О, Господи. Я не знаю, как это делать, потому что я эту песню всегда пел в одиночку, без группы. Если сейчас группа как-нибудь подхватит, это будет экспромт.
столешниковым летом дерется и тоскует детвора. Звезда июня словно глаз валета скользит по сеансам окон до утра. А утром просыпается пластинка, вторгается в нескромные мечты. Я внемлю Энгельберту Хаппердинку и криком коммунальной сволоты. Мой старый город, я согнусь, а ты не старишься. Мой старый город, я загнусь, а ты останешься на этих улочках кривых, на этих вечных мостовых. Когда-нибудь прервутся швы шагов моих. Если киска со взглядом полудетским почти вселила в сердце мне любовь, я отражусь в витринах на Кузнецком, смекну, что просто малость нездоров. А у матушки, не требовавшей расклада, кивну на коммунальный особняк. Скажу, обели мы с фасада с ним, что надо. Ну, а вот внутри глухой неудобняк. Мой старый город, я согнусь, а ты не старишься. Мой старый город, я загнусь, а ты останешься на этих улочках кривых, на этих вечных мостовых. Когда-нибудь прервутся швы шагов моих. Мой старый город, я согнусь, а ты не старишься. Мой старый город, я загнусь, а ты останешься на этих улочках кривых, на этих вечных мостовых. Когда-нибудь прервутся швы шагов моих, швы шагов моих, швы шагов моих. Это был полный экспромт, то есть мы никогда раньше эту песню не репетировали. То есть понимаете, да, на что вы нас подвигаете прямо сейчас? А, поэтому я сейчас хочу сыграть... А, вот, еще просят. Ну, дайте человеку. Не, кстати, об экспромтах. Вот, я знаю, что ты не просто в Москве вырос, да, и родился, и прочее. Но... Ты же, между прочим, вырос напротив Короче, фабрики, которые производят медикаменты, да? Да. Вот. Поэтому у тебя хвост и прочее. Вот. Но сейчас не об этом. Я знаю, что у тебя есть песня о таких же, как ты. Вот. О чем? О мутантах, что ли? Я не понимаю. Да. Вот. Напомни она, мне, даже я не помню этой песни. Про что она? Нет. О хороших, круглых, колючих друзьях. Ой, про ежиков ты хочешь, чтобы я спел тебе? Мы обязательно споем. Давай вот через 20 минут мы споем про ежиков и про лягушек тоже. И про брагики. А сейчас... Вот я боюсь, что как раз вот именно эту часть пользователи интернета и не увидят. Увидят. Отвечаешь? Да. Они же увидят. Базар нет. Итак, а сейчас хочу спеть песню. Вот поскольку ты меня подвиг на такой, на детский лад, мы и про ежиков тоже споем. Меня давно просили написать детскую колыбельную. Вот чтобы ребенку на ночь петь, и ребенок бы засыпал под нее. И я решил, что надо написать действительно такую песню. Сейчас мы ее сыграем. Мы хотели играть немножко другие, более жесткие песни, но вот так получилось, что сейчас придется сыграть что-то мягкое. И песня называется «Дядя Федор». Почтальон не сумеет добраться быстрее меня. Мне не надо воды, мне не надо звезды, надо только чуть больше огня. И никто не поверил, и никто никогда никуда не пришел. За окном первый снег, дядя Федор уснул. Все хорошо. На котов аллергия, а бестомно лохматого пса. Мы с тобою, конечно, вдвоем заведем, что без страха ходить по лесам.
я пойму тебя завтра. Мне не надо чего-то такого еще. За окном первый снег, дядя Федор уснул, и все хорошо. Опять, если сброшены маски с лица, нам бывает так трудно дышать. Но все вещи давно упакованы в Деда Мороза мешок. За окном первый снег, дядя Федор уснул, и все хорошо. За окном первый снег, дядя Федор уснул, все хорошо. За окном первый снег, дядя Федор уснул, и все хорошо. Ну что там у нас дальше есть? Ой, какие люди приходят. Спрашивайте. Спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. Ну? А? Спет под колыбельную, теперь буди. Хорошо, прекрасный, прекрасный повод для того, чтобы вас разбудить. В стиле 60-х, 70-х. Значит, следующая песня, она носит такое довольно... Генри Мура, разомнемся. Она называется «Баллада на похищение склоненной фигуры Генри Мура». Значит, о чем эта песня? Песня о том, как в Хертфордшире, Англия, похитили 2-тонную скульптуру работы художника Генри Мура. Зачем понадобилась эта бронзовая дрянь кому-то, до сих пор непонятно. Полагают, что на металлолом. До сих пор неизвестно, до сих пор не нашли, наверное, переплавили. Собственно, баллада, которую вы сейчас услышите, она именно об этом. Следы ведут к востоку от Хертфордшира. Боби в панике стягивают собак. Круг поисков с каждым часом становится шире. Среди начальства дело даже доходит до драк. Сенсация сперли почти 2 тонны искусства. Среди бела дня была и не стала вмиг. Скульптура должна представлять какие-то чувства, в том числе чувство зависти и интриг. Чудовище весом 2 тонны, да. А когда-то зрители спорили о количестве тараканов у автора в голове. Но сегодня называют сокровищем нации. Старушка-смотрительница типа рыдает в углу. Возможно, это кража, лишь декорация безумного фарса, невидимого сквозь мглу. Веков, когда стоимость бронзы становится выше стоимость любых эстетических чувств. И торги на бирже, если я верно услышал, сегодня стали важнейшим из всех искусств. We'll be right back.
Зажег? Хорошо, спасибо. Сейчас будем дожигать дальше. Видение. Есть в зале вопросы какие-нибудь к участникам коллектива? Есть? Только видение, хорошо. Дамы приглашают кавалеров, кавалеры дам. Эта странная жизнь идет вопреки до сих пор не пришедшей зимней поре. Не пойму, то ли заклание в цирке, то ли шабаш в гостином дворе. Но я устал пугать всех и вся неотложным предсмертным концом. Наши пустые рассветные тени мне напомнят твое лицо. Я сказал, кто-то мудрый, наполнив стакан, что так полюбить — это грех, что я слишком поздно решил найти ту одну, что прекраснее всех. И порой я готов начать новую жизнь, отрекаясь от старых вождей. Но даже в названии бензоколонки мне вместо пи мерещится Джей. Кусаю губы, мне даже не больно, к четверти 27. Я устал от забот, но какая разница, кто доставит больше проблем? И в сущности, кто виноват в том, что я отвечаю за все и всех? Но среди помех в телефонной трубке я упорно слышу твой смех. Я уже пропускаю верную карту, я делаю слабый и нелепый ход. Мне порою кажется, все на смарку, а порою кажется, наоборот, по отчетам ангелов, четверть века я вижу себя во сне. Но это не важно, я скоро вернусь поскорей. Приходи ко мне. Сейчас сыграем песню про увлечение многих женщин. Песня называется «Плохой фэншуй». Прошенных недовольны состоянием квартир. Люди работают без гонька и ухают для куражу. Зато вместо книжной мудрости здесь царствует телеэфир. Потому как в основе нашего быта заложен плохой фэншуй. Сестра готова выйти замуж за брата, сын идет на отца. Я никаких исторических параллелей не провожу. Отечество все отвратительно, и этому не видно конца. Это Ленин лежит ногами на север, а это плохой фэншуй. Не садись на высокий стул и не смотри назад. Не спрашивай, как меня зовут, я тебе все равно не скажу. Режь закуску тонким лотком побольше, перчи салат. Но не проливай водку на пол, это будет плохой фэншуй.
Тросом был сын Ефрен, у Ефрена сын Викерин. Все отиски хотели к монументализму, это понятно ежу. А у нас монумент, застывший над речкой, бронзовой лиги кретин. А пирамиды строил Мавроди, а это плохой фэншуй. Запорожец легко отходит X5, а шестер побьет короля. Я не спринтер и даже не стайр, но скорости не выношу. Недоделки этой мелодии появились формата для. А неровность ритма стихов обеспечил плохой фэншуй. Обязательная программа постепенно подходит к концу. Дальше переходим к программе произвольной. Оценивается согласно танцам на льду. Сами понимаете, 6-5, 6-5, 6-9. Ага, я понял. Следующую песню поем все вместе. Вы понимаете, что это будет. Маэстро, вот это все. Свет, ослепляющий цвет, в котором нету тебя, в котором нету меня, в котором ничего нет. Я слышу лишь звук, оглушающий звук, в котором нет лишних слов, в котором я не готов, как тепло твоих рук. Джульетта, не плачь, Джульетта, не плачь, это мой последний выход на сцену. Джульетта, не плачь, Джульетта, не плачь, Джульетта, не плачь, это мой последний выход на сцену. Джульетта, не плачь. Непонятную боль, как отголосок имен, как не растаявший сон, как единицу и ноль. Я делаю шаг, неуверенный шаг, как завершение пути, но мне уже не дойти, надо произнести. Джульетта, не плачь, Джульетта, не плачь, это мой последний выход на сцену. Джульетта, не плачь, Джульетта, не плачь, Джульетта, не плачь, это мой последний выход на сцену. Джульетта, не плачь. Не плачь, Джульетта, не плачь, это мой последний выход на сцену. Джульетта, не плачь. Вы запомнили слова? Давайте вместе! Громче!
последний выход на сцену Джульетты. Это было тихо, ребят. Давайте сейчас совсем громко, чтоб весь трамплин услышал. Еще раз. Последний выход на сцену Джульетта, нет. Спасибо! Вы лучшие! Я вас люблю! Перейдем к произвольной программе. Я хочу закончить нашу интернет-трансляцию. Сейчас будет ежик. Паш, секундочку. Значит, заключительную фразу официальной части скажу в эфир. Я хочу поблагодарить группу «Десант», что она выступает сегодня на этой сцене. Я хочу поблагодарить наших телезрителей, которые смотрят сейчас эфир, зрителей, собравшихся сегодня в клубе «Трамплин». Также хочу поблагодарить клуб «Трамплин» за его гостеприимство и нашего звукорежиссера, господа музыканты. Выступайте в клубе «Трамплин». Звукорежиссер-волшебник. Ну и мы переходим к неофициальной части.